Прошу прощения, а вы сколько тренируетесь? А у вас есть подковы? Какая у вас крутая упряжка? Я ваш фанат. Может, тогда выйдем, поговорим, здоровичок? Олень, это не по-спортивному. Медведь дело говорит. Спорт это не твое. А, вот ты где! Витя, они такие крутые, такие гордые. Настоящие чемпионы. Мне ни за что не победить. Ты чего? В самый ответственный момент решил все бросить? Трус! Опять ты? Ну, на этот раз я тебя поймаю! И... А... Оп! Мой друг, ты отлично потренировался. Завтра ты обязательно покажешь лучшее время. И помни, для нас ты уже чемпион. Точно! Может, мои соперники и гордые, но зато у них нет таких фанатов. То есть друзей. Тоже мне чемпион.